Всем привет! Мы затарились. Смотрите все в предыдущем влоге. И едем в нашу деревню справлять Пасху. Кому интересно, смотрите, что мы купили, где мы были, как мы были. Ох, здесь ветер стучит. Они его к листу. Все. Через туннель мы... Вас не захотел даже в Лидл заезжать, потому что потом там не выйдешь. В этих магазинах-то, ух, народу, везде народу. Все приехали в Пилю. Видимо, все Афины и Салоники стали, это самое, освободились от народа. Все сюда едут. Просикса. Мы все, едем в деревню на Пасху. Прибежала, зовем ее. Иро, курицу либу. Сразу просто сюда. Приехали. Да, Ксия? О, у меня цветочки растут. У Митсу с половиной. Элла, сито здесь теперь, сито. Сито, ты буришь. Эля. Ага, ты буришь. Ух ты, какая. Ладно. Это разжигает Заки. Камин. Я купила фраулу в магазине. Помыла, кушали. Вот такого, столько хлеба купили на эти дни. Вкусного, деревенского. Здесь вот. Праздничный чурек Калопасха. Написано.
Костас уже в своей комнате. Здесь надо, говорит, здесь мы привезли вещи, надо разобрать. Сумка моя, а что-то она у меня. Ой, какой-то клуб сидит на ней. Блин, ну надо же такое вот. Ну, вот это, говорится, природа. Сейчас я, подождите, стряхну со своей сумочки. Дрова сейчас принесет. Ой. Уже солнце заходит, скоро в церковь. Через час надо в церковь уже быть. Вот такие вот дела. Пойдем на эпитафию. Забыли свечки у этого самого церковь. Мои тапки здесь стоят. Такие удобные девочки они. В Лидле, которые я купила. Прям нога так держится хорошо. Очень удобные. 23 евро всего лишь. Всего лишь. Ну, раньше они были дешевле. Да сейчас по новым ценам такие дорогие цены. Ха. Календарь на 31 декабря у нас на Новый год стоит. Надо новый календарь, у нас нету. Вот такие вот дела. Ладно. Забыли свечки в церковь идти. Свечи забыли в этом самом доме, в вазе. Они у меня в вазе стояли, наверное, видели во влогах. Или нет, я не знаю. Сверпно, в воскресенье я показывала вам. Там свечки у меня стояли в вазочке. Солнышко прям бьет в это самое. Малую накормили, напоили. Потом я вам покажу, у нее один котенок. Она его кормит. Один такой красивый, тоже кошечка, наверное. Один котенок у нее. Вот, потом покажу. Такой красивый котеночек у нее. Прям вот, блин, чудо. Красивее, чем мама даже. Коста, давай заберем домой волосы. Я говорю, нет, пускай здесь живет на природе. Я привезла ей лекарства. Помажу ей на этот самый, на кожу, на челочку, на холку, чтобы это самого к ней никто не приставал. Приходил с Пуги. Еще это самое. Приходил с Пуги, все живой и здоровый был. Это было 2 недели назад. Митсус, я, говорит, его кормил тоже. Малая, говорит, его выгнала. Кошка выгнала, говорит, его. Котенок родился 1 апреля. 2 умерли, а 1 остался. Вот. Сразу скажу. Не знаю, почему. Говорит, просыпаюсь, говорит, они 2 мертвых. Почему, не знаю, говорит. Митсус. Маленькие еще были, говорит. 3 или 4 дня прошло, и они умерли. И один остался, сейчас один большенький, уже глазоньки открыты. Красивенький такой, я вам покажу завтра. Если все будет хорошо. Сейчас уже не пойду я туда, к Митсусу. Уже неудобно туда идти. Стоком одному у него сидели, с кошечкой, с этим, с котятком. Гладили его. Такой хорошенький, он мяу-мяу. И она вокруг меня тоже. Мяу-мяу, отдай котенка моего, говорит. Вот, да. Так что кто говорил? Не знаю, Вась. Говорит, а что, говорит, будем стерилизовать? Что нам один котенок? Пускай, говорит, еще родит нам котят. Ну, такие красивые, такой красивый котеночек у нее получился. Ладно, как она сама, наверное, будет. Такие вот вещи. Вот новости вам. Здесь надо разобрать. Здесь бутылка. Что-то она здесь делает, не знаю. Полотенце надо убрать. Когда мы в прошлом раз приезжали сюда, вы видели влог. Он вытирался. Ну все, девочки, мальчики, увидимся. Давайте. В следующий раз это самого в церкви, когда пойдем. Параферу клинит. Так, Эла, идти мы с эту памы. Важи, блюза, памы. Все, котер у нас такой остается. Ух. Все, собрались там идти в церковь. 8 часов. Еще клубнику никто не доел. Ну что вы клубнику не доедаете? Такая, знаете, сладкая-сладкая клубника, вкусная. Переменным я их жеваю. Сейчас будут проходить крестный ход. Мою свечку тоже держит. Крестный ход будем делать этого самого вокруг деревни. Ну, не все, и тут по улице, по центральной, как всегда. И этого самого, этого самого. И потом вернемся в церковь, и потом это уже все убираем.
и будет происходить уже анастасия, вознесение. Так что вот так вот. Народу собралось сколько? Ну вот, знаете, площадь перед деревней вся здесь. Море сзади нас. Все, увидимся. Ребятишки. Читает псалтис. Потом ребята несут молодые. Мы зашли в церковь, тоже поклонились, как и в другой деревне Ваюса. Тоже зашли, поклонились. И все. И сейчас вокруг вот так вот обходят. Все со свечечками. Памы, рахурамы. Все, народу много. Пойдемте. Охи-охи-охи. Куликожи мои. Памы. Мы зашли в церковь. Я не стала идти, потому что не смогу пройти со своими ножками. Особенно у меня болит пятка. Так вот. Церковь. Церковь мы. Я никогда не была после эпитафия в церкви. Я даже не знаю. Смотрите, сняли сиреневые ленточки, сняли. Здесь висели сиреневые ленточки. Вон они, вон, видите, вон сиреневые. Это похоронные ленточки, сиреневые, сиреневый цвет в Греции. А повесили белые и красные уже это самого. Сейчас его пронесут, и он будет воскресать. Наш Иисус. Вот. А все сиреневое с ним сняли. И будет вешаться все красное и белое. Вот такие вот дела. Так что вот так вот. И потом уже принесут икону. Икону уже уберут. И будет уже потом будут читать. А потом уже будет воскрешение. В субботу вечером. Сейчас уже происходить, потому что все церкви одинаково в Греции работают, все в церкви сейчас выносят и делают крестный ход. Куда она пошла? Дыгани на гинаканаби месейки. И это самого. И в 12 часов уже должно быть анастасия. Воскресенье. И потому что надо всем этот свет наш воскресенье. Воскресший всем развести, поэтому у нас в 12 часов ночи будет в субботу. А так по часовым поясам он уже в 12 часов в субботу уже будет воскрешение. Осталось некоторое несколько часов. Вот такие вот дела. Тут женщины сидят еще с нами. А все, кто здесь это самое помогает, обслуживают, он, видите. Этот самый. Наряжают церковь уже в праздничное. Они не в этот, не в они в этот самый, не в траурный цвет, в сиреневый. Вот такие вот дела. Вон там стол, видите, вот там стол стоит с сиреневым. Уже все убрали, эпитафию убрали, все убрали. Сиреневое все убрали. Уже 100 раз вам говорю. Вот так вот. Здесь так, в церкви. Я даже забыла вам сказать, что в Греции это сиреневый цвет, вот такой вот. Видите, вот там лежит. Это цвет траура. Вот. Такие вот дела. Так что мы еще сидим, ждем, когда все придут. Они пока обойдут, я не могу туда идти. Мы устали. Да? Андрес, Костас волос не хочет постригать. Сказал, после экзамена будет постригать, да, Костас? А, Бабас такой сказал. Я, говорит, не сказал такое, папа сказал. Не хочет постригаться. Он, видите, собирает все сиреневые покрывала, все. Вот так вот.